Доброе утро, дорогие друзья! У нас очень похолодало. Сейчас 7:30 утра, воскресенье. И на улице плюс 3 градуса всего лишь. Я, видите, уже в шапочке, в теплой, потому что одела шагомер, чтобы не пропустить, сколько я тут все равно хожу. А то по дому много надо будет чего делать. У меня перчаточки. Но мы начинаем. Я буду все снимать, что мы будем делать. Мы еще обрезали часть винограда, и чтобы не ждать мусорку до вторника, чтобы не мусорить во дворе, мы решили сразу же мусор отнести на мусорку через 2 квартала. Тут выбрасывают каждый день его. Девочки, ночью был хороший заморозок. Видите, многие розочки, все. Замерзли, даже еще с бутончиками не распустившимися. Может, отойдут. А вот желтенькие шикарно себя чувствуют. Мне чем нравятся розы, что они могут долго цвести. Уже ноябрь, а розы просто великолепно себя чувствуют. Бордовая замерзла все-таки. Видите, как некрасиво выглядит. Розовенькая. Так, девочки, с виноградом мы немного покончили. Вот это место мы будем заливать, подготавливаем. Но сегодня у нас не получится, наверное. Ну, во-первых, непонятно, дождь будет или нет. А во-вторых, мы с виноградом немножко провозились, но мы весь не обрезали. Сейчас из того, что было во дворе, нашли леса, сделали. Сейчас полезем на крышу. Помните, мы рассказывали, что крыша начала шуметь, и надо будет прибивать сейчас то, что профлист отошел. Дом этот очень старый, старый купеческий, ему не знаю сколько лет, но мы его купили 15 лет назад, даже 18. Вот. И вы знаете, в частном доме, особенно если старенький дом, надо постоянно что-то делать. На новую крышу очень надо много денег. Сейчас мы считали там 1300, пока у нас такого нет. Мы ремонтируем, что есть. На завтрак я ем 110 грамм вареной курицы, одно тушеное яйцо, много зеленых овощей, сельдерей, перец болгарский, огурец, салат, а также буду половинка грейпфрута на десерт. На завтрак у меня бутерброд из хлебца с сыром творожным, авокадо и кинзой и большая хурма. Девочки, привет! Сегодня воскресенье, выходной. Кристи еще ко мне не пришла. Дочка пока на танцах. Я решила сделать быстренько масочку. Потом я пойду заберу и поведу на математику. Вот. Сейчас я буду делать маску для лица из нашей ейской грязи. Мы уже вам показывали. Вот такая ейская грязь. Очень полезная. Очищает поры и делает кожу мягкой, шелковистой. Вот. Я вообще люблю всякие маски. Из кефира и желток люблю намазывать с медом. Он поры так чистит. Вообще классная масочка. Девочки, как мне хорошо от интервального голодания. Вы даже не представляете. Я прям чувствую, опять вес тает, тает. Надо больше добавлять еще силовых упражнений, потому что вес-то уходит, а мышц не сильно-то добавляется от аэробики. Хочу, чтобы были кубики. Так, девчули, вот у меня масочка уже подсыхает. Я сейчас пока себе наведу там протеинчика. Там порция. Честно, первый раз это еще делать буду. Вчера только купили. Будем пробовать. Так, девчата, самое главное, сколько здесь калорий и белка. Белка самое главное, даже не калорий. Белка на 100 грамм аж 71
грамм. Представляете, как хорошо. Будем восполнять белок. А калорий? А калорий? 100 грамм 390, а в одной порции 129 калорий. Да. Девочки, все, смыла маску. Сейчас крем нанесу. Коктейльчик уже мы готов. Я его просто перемешала хорошо. Угу. Так, сейчас кремиком помажу. Так, еще, девчата, я кальций пью опять. И магний, потому что у меня все равно бывают судороги. Особенно после понедельника, когда мы с Кристей ездим за товаром. Видимо, не высыпаемся, да и там неудобно в автобусе-то спать. Поэтому судорога хватает. Кристи тоже, кстати, опять. Это все из-за недосыпов. Поэтому опять решила попить кальций с магнием. На обед я буду есть вареную курицу, бедро, также тушеные овощи, пекинская капуста, болгарский перец, лук, чеснок, зелень, также тушеное яйцо, один свежий помидор, сельдерей, а на десерт у меня маленькая хурма. На обед у меня салат из помидор, авокадо, кинзы, лука, немножко растительного масла, лимончика, соль и творог. Всем привет! Привет! Вы на канале «Сестрица в теле», я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры, вместе ведем блог по похудению. Немного мы уже похудели. Худеем дальше. Вот уже вечер наступил. 6 часов вечера, я пришла к Светлане. Да, девчата, сейчас 5 часов 10 минут. Да. У меня 13 тысяч шагов. 13 часов. А, ну вы сегодня ходили ж везде. Да, я за ней, за танцами, на танцы ходила, на математику. А мне еще мало, мне еще 5,5 тысяч. Ну да, 5 тысяч еще даже шагов. Но мне еще домой пешком идти от Светланы. Потом я еще буду просто дома нахаживать оставшиеся шаги. Да. Сегодня очень холодно на улице вообще прям. Да, 3 градуса было утром. Мы замерзли, поэтому я сегодня в шапке вообще весь день была. Угу. Я пью заменитель ужина. Я хочу попробовать. Получится, белковый коктейль. Да, получится заменить. Если я сорвусь и мне захочется есть, то я съем одно вареное яйцо с огурцом. Я вам покажу, если я вдруг в завтрашнем ролике, если вдруг я не вытерплю и захочу есть. А у меня уже новогодний аромат. Да. Девочки, вот такой вопросик Галина задает. Дайте совет, как нахаживать 10 тысяч шагов, если работа с 8 до 8, а в выходной день, понятно, можно размяться по лестницам, походить, а в рабочие дни попа приклеена к креслу. Ну, в дамскую комнату сходите обратно. В обед в кафе, которое в офисе находится. Но я готовлю сама, беру с собой 3 контейнера. Утром в 6 часов прогулка с собаками небольшая. Ну, и так далее. Ну, хорошо, хоть контейнеры берете с собой. Вы и так уже можете похудеть, да, благодаря уменьшению порций. Угу. 10 шагов, да легко. Вечером, если можно поделать зарядку дома, в спортзал записаться, это час всего займет. А если не хочется ничего, можно до дома пешком дойти. Вот, просто девушка пишет, что вечером еще нужно успеть на завтра приготовить всей семье и так, себе. Так все так живут. Все готовят, да, как-то выделяют это время. У всех семьи, у всех дети. Девчата, смотрите, мы когда открыли канал, не занимались торговлей, нам все писали, конечно, вы можете заниматься спортом, потому что вы нигде не работаете. Хотя мы точно так же работали на Ютубе, в Яндекс.Дзене, во всех соцсетях. Да. Не только так, светофотографом еще работает постоянно. Mm-hmm. Мы занимались спортом. Теперь мы еще занимаемся торговлей. Но нас все равно почему-то думают, что у нас много свободного времени. Не, мы себя теперь в счет не берем. Мы находим время на 10 тысяч шагов. А вот девочка одна в группу нам писала, вот на новый марафон, что она сейчас может спокойно сказать всей своей семье, что она пошла выхаживать 10 тысяч шагов, она скачала свою любимую какую-то книгу, аудиокнигу, и выделяет себе 1.5 часа
на вот эту ходьбу. И она говорит, я наконец-таки начала уделять время себе, а не только обслуживающий персонал. Угу. Не она только. Разрешила себе. Она говорит, зато теперь все знают, что я пошла погуляю, смотрю вдаль, на природу, на погоду, слушаю любимую... Отдыхает психологически от семейной суеты. Вот любимую эту книгу не занимаюсь ни детей, не обслуживаю мужа, а хотя бы эти полтора часа могу посвятить только себе и больше никому. Так что, я не знаю, может быть, наоборот, надо как-то и о себе немножечко подумать, а не только. Мы все любим нашу семью и все, не ухаживаем. И настолько растворяемся в них, что, может быть, чуть-чуточку выделить один часик себе всего лишь. Да, то можно раствориться с концами. Все пошло. Да вот думаю, таких котиков послать. А потом подумала, мы сами пойдем за товаром. Он какой-то не сильно толстый. Лохая нет, да? Да. Мне Маша попросила, чтобы толстая пижама была. Ну, она дочке пижамку, да. Сказала, что там совсем холодно ночью спать. Она же в Воркуте живет. Ну все, поедем там и найдем. Да, там с толстым ворсом купим. Может, тут все тоненькие. В магазин обошли, везде тоненький ворсик. Здесь-то на Кубани тепло. Ну да, кому и нужно. Сильно толстые не привозят, видимо. Зашли по пути в магазинчик. Чонки, мука. Выбирайте. У тебя без этого получается. Ну, клево. Да, очень красиво. Светочка, бери. Все, берем. Это просто аж спортивной одежде не так. Переоденешься красиво. Дубленочку одень. Для юбочки. Девочки, ну по поводу пижамы вы уже знаете, что я подберу более крупным ворсом. А так я сейчас купила такие тапочки тепленькие. Тут резиновая подошва с таким бубончиком. Ну да, чтобы она не замерзала. А то она говорит, там очень сильно мерзнет. Ну да. Если вам... А я под поездку. Ну, вот. Которую ты примеряла, да? Да, буду. С юбочкой куточку куплю коротенькую. С этой тоже ничего, но ну, с да. юбкой будет другой. Она например. Даже к шапке подходит. Да, вот и шапку эту буду таскать, как раз будет классно. Виктория нам пишет. Девочки, привет. А скажите, пожалуйста, 10 тысяч шагов. Есть какие-то специальные ролики? Или вы сами двигаетесь интенсивно и получаете результат? Конечно, есть очень много роликов в Ютубе. Прямо напереди. 10 тысяч шагов. Можете повторять под любой. Да. Их очень много. Просто прямо в поисковике набирайте 10 тысяч шагов. У нас даже, по-моему, есть какой-то ролик. Да. Мы снимали тоже. Полноценно, не без перемотки, 10 тысяч шагов. Да, где мы медленно двигаемся. И да вообще, а так можно нашагать просто вот так маршируя. Или потанцевать. Там, да. Что как хотите, что в голову придет. Да-да-да. Вот девочки у нас в марафоне готовят и танцуют. Что-то там шашлык делают и танцуют. Да-да-да. И не только, там по-всякому. Кто гуляет. Так что можно выходить 10 шагов. А сейчас мы хотим поговорить, какие у нас девчата все умницы в марафоне. Выкладывают все тарелочки. Каждый день шагомеры все выкладывают. Ну, были там девчата, которые нам писали в личку, там у кого что случилось, это, как всегда бывает, то заболел, то еще что-нибудь. Вот. Но в основном у нас там такая группа, такая движуха происходит, что... Молодцы, все да. стараются. И видео, и фотографии, все такие яркие, красочные. Ходят, фотографии придумывают. Профессиональные фотографы. Видеографы, это разные вещи. Нет, так там и тарелочки так фотографируют. Тоже очень классно. Мы сейчас хотим ставить очень много интересных моментов. Передаем привет сестрицам Теле из Воркуты. У нас уже выпал снег. Гордость Финляндии. Скандинавская норка, куртки из...
Это Энизе. Это Воркутинский горно-экономический колледж. Всем добрый день. Я Юлия из Санкт-Петербурга. Вышла на свою ежедневную прогулку в Санкт-Петербург. Иду по каналу Грибоедова. Передо мной Банковский мостик. Справа финансово-экономический институт. Вот у нас две уточки сидят, разговаривают между собой. Наверное, тоже договариваются идти на прогулку. Доброе утро всем! Ноябрьского доброго солнечного утра! Привет из города Фрайбурга, Германия. Я вот вышла утречком гулять. У нас сейчас 8:30. Вот в такую беседку захожу. Наше озеро недалеко построено. Такая беседка, веранда. Вот такой у нас обалденный мост. Там уточки купаются. Наши спортсмены бегают. Такой у нас обалденный мост. Ребята, такая красота. Неописуемо. Этот наш студенческий квартал. И наше озеро. Вот такой мост у нас держится на вакуумных баллонах. И он, если вода прибывает, он поднимается слегка. Если вода убывает, он спускается. Просто гениальная находка. Смотрите, как красиво. Красота. Макен. Тут у нас на мосту вешаются замочки. Кто-либо женится, либо рождаются ребятишки. И вот такой вот у нас мостик. Шикарнейший. Огромнейший, большой такой. И вон там это стоит плакучая ива. Просто обалдеть, девчонки. Всем хорошего дня. Желаю хорошего воскресенья. Всем еще раз приветик с города Фрайбурга. Девочки, здравствуйте. Всем привет из Воронежа. У нас тоже осень. Вот наш парк. Я гуляю с дочерью, с коляской. Вот так. Такой у нас красивый парк в Воронеже. Вот у нас сколько здесь. Вот так. Вот такой клуб у нас, девочки. Мы переходим. 10 шагов. 10 тысяч шагов. Удачи! Мне очень вчера понравилось, как кто-то там снимал видео интересное. Я решила сегодня вам снять, как мы пошли с мужем на кладбище. Вот. В начале кладбища это такая историческая часть. Самая старая часть. И тут были самые богатые люди. Такая красивая аллея. И вот эти вот домики, это такие склепы, куда ставятся их гробы. И они не закапываются, а именно опускаются в такую как бы бетонную дырку. И там вот они все стоят. Все это каждый раз открывается, когда надо кого-нибудь добавить, и добавляется. Вот. Если просто могилки такие, но могилки, опять же, там только не закапывается все это. Там все в такой бетонной нише этот гроб стоит. Вот. Сейчас мы пойдем в более новую часть кладбища, где могилы
моего мужа, и я вам покажу. Вот, а он вот идет, мы купили цветочки, он везет их на колясочке, и еще нам дали лейку. Девочки, у нас тут все очень прекрасно. Валуйки, Белгородская область. Такая у нас площадка спортивная в лесу. И вот мы гуляем по такому прекрасному парку, который у нас проложен через сосновый бор. Девчули, всем привет! Хороших отвесов в понедельник. Нагуливаем шаги. Всем привет! Сегодня я вышла за 7 километров от дома. Обычно мы сюда ездим на машине, собираем здесь ягоды, полевую клубнику. Вот такие просторы. Я вам потом покажу, какие я собираю летом ягоды. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Вид, конечно, обалденный. Тут красиво. Я просто еще здесь как-то не гуляла, обычно детей привозила. И наоборот, там в сторону Макдональдса куда-нибудь, там в кафешки в какие-нибудь, кофе попить, покушать что-то вкусненькое. Ну, а вот сегодня решила все-таки прогуляться, посмотреть, потому что так краем глаза видела, что вид тут, конечно, красивый. Гуляй, да, только гуляй. Вот здорово. Девчонки, благодаря вам. Вот тут немножко хоть посмотрю. Это красивый вид. Ярославль. Выхаживаю 10 тысяч шагов. На ночь глядя. Доброе утро, девочки. Шагая сегодня по лесу, обнаружила такую находку. Ишаки. Маленькое стадо под электропастухом. Иногда здесь еще бывают бараны, но очень редко, не часто увидишь. Стоят, о чем-то думают. Все-таки каждое животное красиво по-своему, не правда ли? У нас сегодня сыро в лесу. Ночью был дождик. Стоят немножко мокрые. Вот так вот. Желаю всем, девочки, хорошего дня. Силу воли, конечно же. Хорошего настроения. И идти вперед за своей мечтой. Не сдавайтесь. Всем пока! Уточки. Круглогодично они здесь. И зимой тоже плавают. Красота. Сегодня у меня на обед красный индийский рис, тушеные овощи, кабачок, лук, морковь, немного консервированной капусты, чуть обжаренная индейка и салат из свежих овощей. Салат из свежих овощей, помидор, стебель сельдерея, красный лук и немножко оливок. Вот. На самом деле здесь свежих овощей не так много. Всего одна помидорка, небольшой кусочек стебля сельдерея. Но это хороший способ для тех, кто, знаете, любит большую тарелку, чтобы у него был большой объем пищи. Если любые овощи нарезать в салат,
то у них получается достаточно большой объем. Все, всем приятного аппетита, хорошего окончания выходных. Всем добрый день. У меня сегодня разгрузочный день. Перед первым приемом пищи я выпила 2 стакана теплой воды. И в течение дня буду пить еще 1,5-2 литра. Вот, на завтрак у меня здесь творог, целая пачка, 5%, огурец целый и помидор. На обед курочка отварная, помидор, огурец то же самое. И ужин, яичный белок, 2 яичных белка, также целый огурец и 1 помидор. Вот так вот, девочки. И это все на 493 калории. Ну, порции такие внушительные, я вам скажу. Я думаю, что я не буду голодна. Всем хорошего дня. Я заметила, что многие девочки в нашем марафоне едят покупную докторскую колбасу, думая, вероятно, что это диетический продукт. На самом деле, покупные сосиски и колбасы – это глубоко соленые и жирные продукты, которые содержат много красителей, всяких стабилизаторов и вредных веществ. Предлагаю прекрасную альтернативу докторской колбасе. Посмотрите, как красиво выглядит. Вот. Такой куриный рулет можно сделать из индейки или из курицы. Я взяла грудку индейки 700 грамм, 25 граммов гранулированного желатина, приправу для курицы где-то 1 чайную ложку, можно добавить копченую паприку для цвета, и соль 1 чайную ложку, но нам лучше брать соли поменьше, можно вообще соль не брать, в принципе. Курицу или индейку нарезаем мелкими кубиками, где-то 1 на 1 сантиметр, и все смешиваем в глубокой миске. Затем формируем в виде рулета и плотно-плотно оборачиваем пищевой пленкой и варим где-то в течение 40 минут. И ваш рулет готов. 6 ноября. Обед. Овсяный блин, сыр тофу, огурчик, помидорчик, кусочки грудки, чай с лимоном без сахара, мандаринка, хурма. Девочки, всем привет! Доброго времени суток! Сегодня на завтрак у меня гречневая каша 150 грамм. В нее добавляю 40 грамм брынзы. Все это перемешиваю, и так вот я ее очень люблю кушать. Дальше у меня будет греческий йогурт Теос 2%. Там 170 грамм, это была начатая уже упаковка. Туда я добавила 20 грамм гранолы и 10 грамм меда. Также пью рыбий жир. Вот такой вот у меня соседка мне привезла. Вот, все это вышло на 453 калории, 25 грамм белка. Я хотела спросить, а чем ты сегодня занималась-то? Я по кружкам бегала. А? Вначале на танцы ходили, потом на математику, и все, домой приехали. А, вы опять к репетитору ходили? Угу. А, понятно. Ну, а мы домашними делами я уже девочкам там ставила. Еще у нас такой вопросик. Ирина стоит. Девочки, вы такие молодцы, зарядили меня очень сильно. А мне всего-то надо на 7-8 килограммов похудеть. И я не могу. И это будет не идеальный мой вес. Но хоть столько бы сбросить. А сейчас, посмотрев вас, буду стараться заниматься. Еще вопрос. А что с лицом происходит? Много ли морщин появилось? Я вот этого очень боюсь. Как мне уже, так как мне уже за 40. Морщины вот у меня какие были, такие не остались. Больше не стало. И меньше тоже. Ну вот какие они в 40 лет появились. Вот у меня 40 лет сейчас. Вот точно такие же они есть. Наоборот, у меня была вот всю жизнь вот тут ямочка до того, как я растолстела. Сейчас опять начала появляться. Нет, потом он, когда репа заплыла, у меня она пропала. А сейчас я теперь улыбаюсь, она опять начала появляться. Поэтому вижу только плюсы в этом. То, что вот эти вот гусиные лапки, это от того, что я всю жизнь ржу, и они у меня уже, не знаю, с 20 лет появились. На щеках вот эти при улыбке, это тоже кожа не отвисла, потому что мы медленно худеем, и
И делаем зарядку. И делаем, да, вылетело из головы. И делаем зарядку. И питаемся, и много белка едим. Да все, там белка, и жиры, и все, углеводы, все едим. У нас был, недолго был этот дефицит калорий, плюс мы сильно такими диетами изнуряющими не занимались. Ну, да, у нас были они на 3 дня максимум, и большие перерывы между диетами были. И потом на удержание целых мы полгода практически. Мы же больше не худели. Да. Это если бы там резко на 40 килограмм бац, если бы скинула за 2 месяца, тогда бы точно все отвисло. Девочки, вы можете посмотреть наши летние ролики и увидеть, как там у нас тело, все видно хорошо. Ни руки не обвисли, ни живот. Ну, живот у меня еще большой, там еще пока обвисать как бы особо нечему. Ну, для рук всегда надо отжиматься. Отжиматься, все вот эти движения, упражнения. Даже 30... повиснет, если не сильно похудеете, оно все повиснет. С возрастом. А если будем отжиматься, похудеем, не похудеем, не обвиснет. Да-да-да. Да что делать зарядочку надо 100%. И попа повиснет. Все повиснет. До колен. Вместе с грудью одновременно. Ну, от этого не избежать. Не, ну так мы можем в тонусе хотя бы эти части тела держать. Да. Хоть чуть-чуть. Хоть чуть-чуть тряпочки закинуть наверх. Девочки, на ужин у меня такой же бутерброд, что на обед. Потому что мне захотелось опять рыбы. Авокадо и этого творога. И видите, я уже почти один съела. И Кристина заставила снять. И говорит, ты почему не снимаешь? А я уже его дожевываю с кофе. Вот так вот. На ужин я буду есть 2 хлебца. Вместе со сливочным сыром, а также с авокадо, кинза и несколько кусочков форели. Так, 6 часов вечера, 13 тысяч шагов. 13 900, почти 14.